Компания Pirelli давно зарекомендовала себя как фаворит в мире скорости. Достаточно посмотреть на болиды Формулы-1. Но это не единственный конек марки. Не забывает бренд и о больших мощных внедорожниках. Специально для этих автомобилей была разработана шина Pirelli Scorpion Verde. Итальянским шинникам удалось совершить маленькое чудо. Все технологии, ранее доступные лишь в шинах для мощных, но легких спорткаров, воплотились в новой резине для автомобилей массой заметно более 2 тонн. В первую очередь шины Pirelli Scorpion Verde изготовлены из экологически чистых материалов и не содержат ароматических масел в составе резиновой смеси, благодаря чему оказывают минимальное воздействие на окружающую среду как в процессе производства, так и на протяжении всей жизни шины. Рисунок протектора во многом повторяет рисунок хедлайнера всей линейки Pirelli модели P0 Silver. Но из-за того, что шина рассчитана на существенно возросшие нагрузки, в ней есть и свои технологические особенности. О них нам расскажет наш специалист. Летняя шина Pirelli Scorpion Verde разработана специально для внедорожников. Да, это действительно так. Помимо этого, при создании этой модели использовалась новая технология, запатентованная компанией Pirelli Green Performance, благодаря чему эту шину можно отнести также к классу экологичных шин. Кроме этого, есть у нее новые особенности в рисунке протектора, а именно в центральной части протектора есть 4 широких водоотводящих канала и также сеть разнонаправленных канавок, благодаря чему вода очень быстро и эффективно выводится из пятна контакта. Помимо этого, оптимизированное расположение блоков протектора позволяет крайне уверенно машине вести себя при активном маневрировании и за счет этого добились существенного снижения внешнего шума. Некоторых потребителей наверняка может удивить оригинальный рисунок протектора. Он не похож на тот протектор, который используется на внедорожниках. Несмотря на то, что эта модель разработана специально для внедорожников, ее основной стихией является город и трасса. За счет использования гладкого рисунка протектора, собственно говоря, и удалось существенно снизить шум, издаваемый покрышкой. Для многих потребителей это очень важно. Асимметричный рисунок протектора позволяет шине равномерно распределять давление в пятне контакта, за счет чего площадь пятна контакта всегда является максимальной. Значит ли, что эта шина обладает повышенным индексом скорости? Да, эта модель действительно имеет высокий индекс скорости, поэтому она рассчитана для широкого спектра современных мощных автомобилей. А сейчас я бы хотел развенчать еще один из мифов, распространенных в среде наших автолюбителей, о существовании всесезонных шин. Для нашего типа климата таких шин на сегодняшний день не существует, потому что нет в природе такой резиновой смеси, которая бы адекватно себя вела как при температурах плюс 30 градусов, так и минус 30.